Хари Кришна. Гурдев объясняет шлоку, третью шлоку Шримад Бхагаватам, которая начинается Нигама Калпатарур, которая рассказывается, что Катха Шримад Бхагаватам — это Амрита, нектар бессмертия. И когда эта катха выходит из уст чистого вайшнава, она как нектарная струя течет из сладостных уст Шукадева Дасвами. Калпатарур. Что значит Калпатарур? Здесь имеется в виду, что дерево желаний, вет, оно производит фрукт. И вы должны... И тот, кто слушает Харикатху, он может вкусить сладость этого плода. Дерево желаний. Этот фрукт, он необычный. У него нет ни кожуры, ни семян, ничего. И тут говорится, вкусить его, потому что вы можете пить его. Он нектарный и сладостный. Таким же образом, как вы пьете сок, вы можете пить этот сладостный фрукт, этот сладостный нектар, который является Шримад Бхагаватам, трансцендентный нектар. Этот нектар, он пьется ушами. Какая разница между тем, когда мы пьем через рот, или когда мы пьем через уши? Разница в том, что когда мы пьем нектар через уши, он заходит к нам в сердце. Если вы что-то пьете, то тогда с помощью... то этот сок постепенно выделяется из организма. Но если вы пьете ушами харикатху, она никогда не выходит никогда за внешние пределы вашего тела. Она войдет в сердце и останется там навсегда. Потому что Шримад Бхагаватам, оно как раз является вот этим деревом желаний, на котором созрел этот спелый фрукт. Это сладостный плод на самой верхушке, который является Шримад Бхагаватам. И каким образом этот фрукт становится еще слаще? Каким образом? Потому что к нему прикоснулся Шукадев Госвами. Как эти знания пришли? Они пришли от Брамаджи, затем Брамаджи передал Нарада Муни, затем Нарада Муни передал Вьяси, и затем Вьясадева, и потом Вьясадева уже передал Шукадеву Госвами, и потом затем по нашей парампаре этот нектар спустился до нас, этот спелый фрукт попал к нам.
Таким образом, этот нектарный поток Шримад Бхагаватам не зашел в этот мир. Сам Кришна сказал первые три шлоки для Брамы, и потом из этих трех шлок вышла вся Шримад Бхагаватам. В этой шлоке фрукт говорится, что этот фрукт никогда не уменьшается. Этот поток Шримад Бхагаватам, он только увеличивается для того, кто слушает его. И тот, кто его впитывает в свое сердце, жажда просыпается, и вы никогда не можете им напиться. И если же Шримати Радхарани что-то принимает, после нее вот это остается адхарам, остатки ее пищи, затем ее делят между сакхами, а затем это делят между манджарями. Это остатки пищи, после которой прикоснулась Шримати Радхарани. И после этого что происходит? Это совершенно сладостное. Это все особенно сладостно. То есть, когда все попробовали уже эти остатки, они становятся еще более и более и более сладостными. Когда Шукадева Госвами прикоснулся к Шримад Бхагаватам своими лотосными устами, повествуя его, сравнивая этот фрукт Шримад Бхагаватам приобрел еще большую сладость. И эта сладость, она увеличивается по степени того, как мы проникаем в Шримад Бхагаватам. И этот фрукт на самом деле сладостная амрита, это сладостный напиток, который можно пить ушами до бесконечности. Его можно пить и пить и пить и пить, и вы никогда не напьетесь, эта жажда никогда не утолится. Для тех, кто в действительности способен слушать это Шримад Бхагаватам, эта жажда никогда не утолится. В этом материальном мире например, как человек, который употребляет алкоголик, он пьет, и пока он не удовлетворит свое желание, затем у него это желание опять заново приходит. Это точно так же. Тот, кто приобрел вкус к Шримад Бхагаватам, это то же самое, как алкоголик. Он пьет, эта жажда не уменьшается, только увеличивается. До тех пор, пока точно так же, как Шри Чайтанья Махапрабху, когда находился в Джаганнатхапуре, он принимал океан за Ямуну, он бросался в океан, иногда тонул, иногда всплывал, и однажды рыбак выловил его в сети. И когда в конце концов вечные спутники Чайтанья Махапрабху обнаружили его на берегу океана, в сетях которых выловил этот рыбак, и они начали повторять святые имена, и таким образом привели его в чувство, привели его во внешнее сознание. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Зачем вы это сделали? Я находился в служении Радхи и Кришне, а вы такой настолько бессердечный, вы привели меня в это внешнее сознание». Снова и снова тот, кто обрел вкус, он хочет его употреблять. И таким образом этот трансцендентный поток знания, проникая через уши в сердце, остается там, не выводится. Если алкоголь выходит из тела, то этот нектар никогда не выходит из тела, он навсегда там остается. Например, если сосуд, он имеет определенные дырки какие-то, и поэтому, если вы будете его наполнять водой, то эта вода начнет просачиваться через эти отверстия, и в сосуде невозможно будет ничего держать. Но если в сосуд опустить воду, то он сам наполнится, и эта вода, она будет в сосуде, даже в котором очень много отверстий. Эта вода будет сохраняться, точно так же и наше сердце. Хотя его можно сравнить с этим сосудом, в котором есть дырки из камы, кротхи, лобхи.
то нам этот сосуд, наше сердце с такими дырами, что нужно сделать? Его нужно полностью опустить в эту воду. Оно не может вместить в себе и удержать эти духовные знания. Но постепенно, находясь в этом нектарном потоке, который является Шримад-Бхагаватам, этот сосуд нашего сердца, он постепенно начнет удерживать эти трансцендентные знания. Потому что мы начнем полностью туда погружаться, наш сосуд опустится полностью в эту нектарную воду. В нашем сердце находится 4 вида анат, которые являются большим препятствием для преданного служения. До тех пор, пока мы не слушаем харикатху, наш ум постоянно блуждает, и мы постоянно вспоминаем материальные впечатления, которые мы приобрели в этой жизни. Поэтому, если вы постоянно пьете нектар трансцендентной харикатхи, что является очень, очень могущественным средством. То же самое, как вы сейчас находитесь во Вриндаване, и у вас есть особое... Вы находитесь в особом положении, в особом состоянии, что у вас есть квалификация слушать харикатху. Кто более удачлив, чем вы? Но кто может на самом деле в действительности оценить харикатху и насладиться ее сладостью? Только Расик и Пхаука. Расик — это тот, кто имеет расу, тот, кто чувствовал вкус расы, а Пхаук — это тот, кто наслаждается экстатическим состоянием любви, служа Господу. Он испытывает необыкновенное блаженство. Итак, трансцендентная катха, которая исходит из лотосных уст Кришны в форме Шримад-Бхагаватам, тот, кто пьет этот нектар, кто на самом деле способен пить его? Кто может полностью выпить этот нектар? Кто может выпить этот нектар Бхакти? Есть пример. Шрути, Падмапуране Шрути, они совершали очень много аскез. Шрути — это писание для того, чтобы обрести Кришну. И когда они обрели даршан его, Кришна спросил, какое вы хотите благословение? И они сказали, мы хотим совершать бажан тебе. И Кришна сказал, это невозможно, вы должны что-то другое. Шрути попросили, мы хотим совершать баджан в Гопи-Баве. И тогда Кришна сказал, это невозможно. И в этой форме это невозможно. Но тогда, по милости Кришны, они в следующем воплощении обрели тела Гопи. И тогда они в следующем своем воплощении смогли обрести нектар с лотосных губ Кришны. Поэтому в таком настроении, как здесь объясняется в этой шлоке, вы должны постоянно занимать свой ум и чувства, и свое сердце, и уши слушанием Шримад-Бхагаватам. В этой шлоке все это объясняется. Когда Гопи Пхава, у последователей Чайтаньи Махапрабху, который находится под руководством Рупы Госвами, изучая Рупануга Татву, и тот, кто находится в этой линии и пьет этот нектар, тот пьет этот нектарный поток Харикатхи, тот в состоянии получить обрести этот плод Гопи Пхаву. Поэтому наши ачарьи с молитвой обращаются вот в этом баджане, как расходятся эти сокровенные знания. Только для тех редких душ, которые в действительности могут реализовать все это из харикатхи, повествование о Господе. Тот, кто может узнать Господа из этой харикатхи. Удачливые редкие души. Thank you.
Наши шестерго с вами, они, находясь в Анугате, они были в состоянии насладиться этим нектарным потоком, Бхагаватам. В очень опасный век Кали-йоги, который должен был наступить. Как возможно защитить себя от воздействия Кали-йоги? Сам Брахма говорит: «Я проявлю из своего сердца». Что-то он там проявит из своего сердца. И тот, кто совершает баджан в том месте, тогда Кали не может оказать влияние на эту душу, на того, кто совершает баджан. И поэтому святые, они в лесу Наймишаране, они собрались там и совершали ягью, совершали баджан. Наймишаране – это как раз-таки то место, где... Шукадева Госвами повествовал Шримад Бхагаватам для Парикшита Махараджа. Потом в этом месте собрались и мудрецы и задавали вопросы сути Госвами. Поэтому тот, кто совершает садхана-баджан, находясь в том месте, тогда он не подвержен Кали-йоге. И поэтому все святые собрались в этом лесу на Мишаране, в этом святом месте. И они совершали нити садхана-баджан. И многие из них, которые пришли в лес на Мишаране, они пришли из разных мест, и они совершали под руководством Шунака Риши некоторую ягью. И когда Сута Госвами пришел, Шунака Риши уступил ему свое место и обратился к нему. О, Сута Госвами! Сута Госвами является тем, кто слушал Шримад Бхагаватам из лотосных уст Шукадева Госвами. Когда по милости гуру ученик в состоянии войти, реализовать заключение ведических писаний по милости духовного учителя, и ученик, и сердце которого очищается, становится кристально чистым, без всякого двуличия. Такой ученик, кто полностью принял приют у лотосных стоп, учителя и служит ему, что тогда учитель совершает? Он ничего не держит в секрете такого ученика. Он дарует ему все знание, которое есть в его сердце. Что важно для этого, чтобы сердце ученика... чтобы в сердце ученика не было никакого двуличия, лицемерия. И тогда духовный учитель ничего не скрыт от этого ученика. Он отдает все, что у него есть, все знания, все драгоценные камни, которые у него есть. Он все отдает своему ученику, всем делится. И эти ведические знания, это сокровище. Тот, кто образован, например, кто-то изучает санскрит, но у него нет гуру, он считает себя самостоятельным и независимым, потому что он сам может изучать вед без всякой помощи.
Он может реализовать смысл седанта без всякой помощи, он так думает. Но нет, на самом деле Бхагавад-Види — это наша гуру парампара, и никто не в состоянии изучить ее независимым образом, без помощи гуру. Те, кто так говорит, они обманщики. Никто не может изучить. Одну секундочку. Немножко трансмиттер переводчика разрядился, меняли батарею. Итак, тот, кто обрел этот нектар, когда пахтали океан, и нектар, кто получил нектар? Нектар получили полубоги. Полубоги обрели этот нектар, но демоны обрели только яд. Почему полубоги вкусили нектар? Потому что они находились под руководством Господа. Точно так же Шримад Бхагаватам. Если ученик слушает под руководством Шри Гуру и Вайшнав, то он тогда может понять и реализовать сокровенный смысл Шримад Бхагаватам. Шукадев Госвами, рассказывая Харикатху, Парикшиту Махараджу, который сидел перед ним. И в конце он был уже в состоянии понять. То есть, когда он только садился перед ним, он еще не был в состоянии понять все это знание. Но, прослушав 7 дней катху, его сердце полностью очистилось. И он смог реализовать все знания, которые заключены в Шримад Бхагаватам. Точно так же Сута Госвами сидел в собрании Шукадева Госвами. И он также смог реализовать значение, о чем говорил Шукадев Госвами. Эти знания он поведал Шунака Риши и всем мудрецам. И Шунака Риши задал 6 вопросов для Шри Суты Госвами. И Прабхупада Сарасвати объясняет это в своих комментариях, что Шунака Риши, он задал вопросы, каково значение в Махабхарате. Где-то там в Махабхарате Бхима и Арджуна, и они обращались к сути и спрашивали, какое значение там чего-то. Сута — это сын водителя колесницы. Это сута — это значит, что кто-то, кто относится к низкой касте. И Сута Госвами, он принадлежал к низшей касте, но Шунака Риши, понимая, что Сута Госвами — реализованная личность, он уступает ему свое место и задает ему вопросы. В этом есть учение. Тот, кто совершает бхакти, тот обретает все гармонические качества, вне зависимости от своего рождения. Тот, кто совершает бхаджан, он находится на возвышенном положении. Почему? Потому что он обладает бхакти.
И поэтому здесь не имеет значения его происхождение, его каста. И ничего не имеет значения. Если его сердце простодушно, искренне, без всякого двуличия и лицемерия, то в таком настроении он совершает служение. То таким образом все виды знания, духовные знания проявляют свое сердце. Шунака Риши обратился к Шри Сута Госвами. В этот век Кали-юги люди, они будут жить очень короткую жизнь. Раньше в Сати-югу люди жили 100 тысяч лет. В Сати-югу и в Трета-югу, в Двапара-югу они жили долгую жизнь. Но в Кали-югу эти 100 лет — это максимум, до которого доживают люди. И тут очень мало кто достигает этого возраста. Кто-то спросил Гурудева: «Гурудев, из-за короны, из-за этого вируса, вы знаете, что раньше вирус не очень влиял на Индию, но сейчас он распространился в Индию, и очень много случаев, и поэтому вы должны быть очень осторожны. Потому что в век Кали-юга приходят всякие разные страдания, такие вот как коронавирус, и люди живут очень короткую жизнь». В Сати, Трета, Двапара, Югу никто не умирал там от болезней, пока не приходила естественным образом смерть от старости. В Двараке сын, в Двараке у одного человека умирал сын. И тогда он пришел к Кришне и спросил: каким образом получается так, что мой сын умирает раньше меня? А в Кали-югу люди живут очень короткую жизнь. И эта жизнь... В этот век Кали-юги человек может умереть в каждое мгновение, вне зависимости от его желания. И также по этому поводу говорится, что в Кали-югу люди живут очень мало, очень маленькое количество лет. Оно ограничено. Даже если тот, кто живет, и если тот, кто живет длинную жизнь, все равно эти люди очень ленивые, они не могут использовать все время стопроцентно. Они используют время, чтобы наслаждать свои чувства, питаясь, защищаясь, размножаясь и так далее и тому подобное. Даже ту короткую жизнь, которая у нас есть, люди используют неправильно. Они не используют правильным образом то, что Господь даровал им. И поэтому тот, кто является ленивым, здесь подчеркивается в этой шлоке, которую цитировал Гурудев, тот, кто является ленивым и живет короткую жизнь. Даже тот, кто живет долгую жизнь, но он ленивый и не обладает истинным разумом, его жизнь также бесполезна. Как, например, в семье жена. Она склонна совершать духовную практику, а муж против. Или наоборот. Или муж желает совершать практику, а жена против. Или родители против. Или какие-то проблемы с детьми. Постоянно какие-то проблемы. Даже дети в Кали-югу склонны греховным разным деяниям. И родители заняты постоянно какой-то ерундой.
И мы думаем, мол, хорошо, сейчас нет времени, но потом я, когда выйду на пенсию, я займусь духовной практикой. Но когда приходит вот эта пенсия, приходят болезни, приходит немощь, приходит очень много осложнений, которые являются препятствиями на пути бхакти. И поэтому нет никакого шанса заниматься действительно духовной практикой. Что является симптомом низкого разума век Кали-юги? Какой признак низкого разума? Так, что-то бросил. Итак, ну вот даже сейчас мы можем видеть, даже у вас семьи некоторым мешает совершать духовное служение. В Кали-югу все очень сложно. Люди не способны вспоминать большое количество информации. Люди болеют, они живут очень тяжелую жизнь, и поэтому они никак не могут сконцентрироваться. Они не могут сконцентрировать свое внимание на главной цели жизни. Поэтому Шунака Риши, он обращается к сути Госвами, он говорит, каким же образом в Кали-юге эти люди смогут обрести духовное благо. И Сута Госвами ответил. Одну секундочку. Итак, Шунака Риши задал Сути Госвами 6 вопросов. Итак, в этом мире является, что является объектом? Что является самым возвышенным объектом? Что является самым высочайшим, самым благоприятным в этом мире? И как мы можем обрести его? Каким образом дживы могут реализовать, что выше этого предмета ничего нет, и каким образом они смогут обрести истинный покой в своем сердце и обрести все самое благоприятное. И самое возвышенное в этом мире – это приобретение Кришна-премы. Ни Брахмы, ни Параматма, только с помощью божественной любви к Господу. Господь может покориться такому преданному. И ничего другого не работает. Джива может обрести величайшее благо, величайший покой, спокойствие, удовлетворение только в служении, Кришне. Это первый вопрос. Что является самым возвышенным в этом мире, и как это обрести, как джива может понять, что это есть самое возвышенное, как ей сфокусироваться на этом, как дживе обрести покой. И все 6 вопросов, они связаны между собой. Второй вопрос, кто такой саду? Его качество. Садху, тот, у кого есть простодушие, тот, кто достигает видигьяны, тот достигает бхакти. Вот это и есть настоящий саду. Различные святые дают разные объяснения, как можно достичь Господа. Многие преданные дают заключение. Но в чем является решение? Какой же путь является правильным? В этот век Кали-юги для очень разумных людей, что важно, которые желают поклоняться Господу и достичь высшей истины, что эти разумные люди в Кали делают? Как они, с помощью чего они могут достичь высшей истины? Какой духовный путь?
каким образом можно реализовать Кришну. У Кришны есть три сварупы: Матхура Катха, Врач Катха и Дварака Катха. Эти три вида катхи, которые объясняются Судга с вами. Эти три вида харикатхи, в которых заключаются вот эти вопросы. Это все харикатха о Кришне. Но там не только Кришна Катха, и также там жизнь святых описывается. И дальше в этой шлоке объясняется. Гурудевушка сейчас попьет. Не только Кришна Катха, но и о других аватарах. В Шримад-Бхагаватам написано. Все, что касается других реинкарнаций Господа, зачем нам нужно слушать об этом, если у нас одна цель Кришна, Раджендра Нандана? Если мы понимаем, что Кришна Катха — это самое возвышенное, зачем нам слушать Катху о других реинкарнациях? Но на самом деле все инкарнации связаны с деяниями, с деяниями Верховного Господа. Вот, например, Шри Рама, Шри Ваманадев, Нарисимха. Таким образом, слушая эти истории о реинкарнациях Господа, это является как заборчиком, который защищает наши бхакти. Также, например, как Нарисимха проявился из колонны, чтобы защитить своего преданного. Так как харикатха, она очень привлекательна. Здесь описывается, насколько Господь является, насколько Он может защитить своего преданного, насколько Он любит своих преданных. И слушая такую харикатху, мы проникаемся к Господу. Мы слушаем о Его прекрасных деяниях, совершенных, и сердце наше очищается. И то, что переполнено мудростью, щедростью, великодушием. Например, история, связанная с Аджамилой. Это уникальная харикатха, которая рассказывает о том, как Аджамила обратился к своему сыну Нарайне, и какое благо он приобрел, произнося на грани смерти имя Господа. Какое благо он обрел. Это невероятная, невероятная катха, рассказывающая о милости Господа, о его щедрости. Аджамил был настолько греховен, что не было такого греха, который бы он не совершил. Но каким образом он смог обрести духовное благо? Вы также знаете сладостные игры, которые происходят на Гираджи Гвардхане, когда Кришна, обращаясь к Раджи Гопи, говорит: «О, мои Раджи Гопи, я никогда не в состоянии отплатить вам за то, что вы совершаете, за ваше служение мне». Тот, кто обретает... Какова дхарма того? Следующий вопрос. Какова дхарма того, кто желает обрести приют Господа? В чем заключается его дхарма, его повседневные обязанности? И таким образом Сута Госвами был очень доволен заданными вопросами. Он был очень доволен. Почему? Потому что все эти вопросы, связанные с Кришной, они нематериальные. Все вопросы, связанные с Господом, все вопросы, которые задал Шауна Кришне, все относятся к Шри Бхагавану. В чем заключается учение? Если вы приближаетесь к саду, если вы хотите удовлетворить его, не спрашивайте его всякую ерунду, не спрашивайте вообще о материальном, как я могу совершить, как я могу получить хорошую работу, как мне там выйти замуж и так далее. Не задавайте такого плана вопроса. Вы спускаете саду на этот материальный уровень, но саду находится совершенно на другой платформе.
святой всегда обсуждает Бхагават-катху. И если вы хотите удовлетворить святого, то, пожалуйста, задавайте вопросы, которые относятся к Господу. Если вы будете спрашивать материальные вопросы, что произойдет? Пометуя, он находится в постоянном пометовании Господа. Садху находится в медитации на него. А когда вы задаете материальные вопросы, вы таким образом беспокоите его, вы выводите его из медитации. Почему материальные люди желают приблизиться к саду? Для своих собственных материальных желаний, чтобы саду помог им исполнить их материальные желания. И очень редко кто приходит реально за бхакти. Как Шрил Нарайан Махарадж говорил. Шри Шримад Бхагавати Пракьяна Кешава Касай Махарадж закрывал, когда ему задавали материальные вопросы. Нарайан Махарадж рассказывал. Казалось, что он слушает, но на самом деле в этот момент он отключался. Он спрашивал дальше интересовался. Но в этот момент, когда он слушал эти материальные вопросы, он закрывал глаза и был погружен в размышления о Господе. И поэтому Сута Госвами был очень доволен этими вопросами, которые задал Шаунака Риши, потому что они все относились к служению Господу. Что означает? Что это? Это является трансцендентной катхой, которая полна нектара бессмертия. Но катха связана с материальным, она временна, и она касается материальных дел, материальных всяких вещей, чувств, семьи. И поэтому тот, кто спрашивает материальные вопросы, он испытывает страдания. И но тот, кто отвечает на них, он точно так же несчастен. Но тот, кто обсуждает духовные вопросы и слушает ответы, и отвечает на вопросы, тот, кто говорит, тот, кто слушает, оба получают благо, истинное счастье обретают. Поэтому Сута Госвами говорит. И прежде чем ответить на все эти вопросы, Сута Госвами первым делом обратился к лотосным стопам своего духовного учителя. Муни Махома. В ведической культуре изначально в ведической культуре, когда пишется какое-то произведение или там какое-то обсуждение, прежде чем приступить к какому-то действию, сначала совершается мангалачарана. В мангалачаране предлагается пранамы духовному учителю, затем Господу. А иначе то, что человек желает совершить, оно не принесет истинной пользы. Поэтому перед началом любого какого-то дела предлагается молитва лотосным стопам своего учителя. Итак, Гурудев хочет искать какую-то историю. Однажды одна птица опустилась в воду, чтобы поймать рыбу. Ну что-то, птица какая-то, чайка, она опустилась, чтобы схватить рыбу из воды. Сейчас суть пойму. Итак, когда чайка пытается схватить рыбу, он сначала ее к ней прикасается, а потом хватает ее, ну и поднимает вверх. И кто-то думает, почему он два раза туда окунается? То есть получается, чайка это сначала хватает рыбу, потом отпускает, и потом опять хватает и подхватывает, и уносит. И затем кто-то увидел это и начал так же пробовать делать.
и вот этот человек делал вот так вот ловить рыбу, и тогда кто-то пришел и увидел, что вот он так делает, и у него спросили, а кто тебя так научил рыбу ловить? Ты у Гурудева так научился? Ну там как получалось? Он ее отпускал, а потом пытался снова поймать. Он это практиковал. Ну и когда он практиковался, затем он начал, он сначала, короче, с рыбами практиковался, потом взял нож и начал практиковаться с ножом, и когда он его подбрасывал, он упал ему на нос и отрубил ему нос. Вот и в чем тут учение? Интересно. Все, кто живет в материальном мире, все имеют гуру. Даже, ну, есть учитель, который учит чему-то, у всех есть гуру. Но тот, кто желает обрести бхакти, он должен принять прибежище лотосных стоп истинного гуру. И, находясь под руководством, может обрести бхакти. Ну, короче, этот человек сам научился там какой-то ерунде, потом попробовал ее и сам себе навредил. В этом вывод, то, что нужно молиться каждый день лотосным стопам Шри Гуру и Вайшнау. Не придумывать себе ничего. У нас есть Гурудев. Когда мы каждый раз ванчакал подобьящий крепостинду, бьявича, птитанам павани бьё, вайшнау бьё намон маха, когда мы произносим эту молитву, в этот момент мы обращаемся к Шикше и Дикше Гуру, и также к вайшнавам, и к нашей Гуру Парампаре, и затем через Гуру Парампару к лотосным стопам Рады и Кришны. Сначала мы предлагаем молитвы лотосным стопам Шри Гуру. И затем, и поэтому Сута Госвами сначала предложил свои пранамы своему духовному учителю. Шрила Прабхупада в комментариях объясняет, что Сута Госвами он подумал. Когда он услышал вопросы, он подумал, я должен ответить. Но какой ответ я должен дать? Он думал об этом. Если я начну отвечать то, что в моем уме рождается, это может быть не совсем корректно, не совсем правильно, не совсем полезно. Но каким образом я смогу в точности ответить на эти вопросы? То, что я слышала от своего духовного учителя Шукадева Госвами, я должен передать эти знания. И тогда тот, кто задает вопрос, он обретет благо. Так рассуждал Сута Госвами. Все, что я слышал от своего Гурудева и Вайшнау, если я перескажу эту харикатху, тогда все получат благо. Душа обретет благо. И моя душа обретет благо, и душа того, кто слушает, обретет благо. Если я буду сам вещать, то ничего не получится. Я должен рассказывать харикатху, которую я слышал. Вы не должны пытаться говорить свою собственную харикатху, которая исходит от вашего беспокойного ума. Только то, что говорит ваш Гурудев. Те заключительные истины, которые находятся в шастрах. Шастры через наши гуру Парампару. Мы эти знания приходят к нам. Если мы повторяем эти знания, тогда все обретут благо. Не надо говорить ничего, что рождается в вашей голове, то, что рождает ваш ум. Рай Рамананда Самвад также имеется учение. Когда Рай Рамананда Самвад объяснялся, там кто-то задал вопрос об авторитетности. Вы должны авторитетно подтверждать слова духовных писаний через шлоки, которые являются очень авторитетными, поэтому Гурудев призывает всех учить шлоки. И поэтому вначале Сута Госвами предложил свои пранамы духовному учителю. Когда Шукадева Госвами очень длительное время, находясь в лоне матери, он не хотел выходить. Он не хотел выходить наружу, потому что он думал, что
то место, где он находится в луне матери, там он находится вне влияния Майи. Точно так же мы должны знать, что лучшее место для вас – это мандир. Это место очень благоприятно и спокойно. Мы должны находиться там, в том месте, которое благоприятно для совершения киртана и баджана. Поэтому очень трудно пробудить кого-то, кто в действительности не желает совершать баджан. Шри Шукадева Госвами, он сказал: «Мне очень хорошо в лоне матери, я совершаю здесь свой баджан, я не хочу выходить наружу». И Висадева просил: «Пожалуйста, выходи, ты мучаешь свою мать». Но он сказал: «Нет, не выйду, там все вокруг майя». Потому что, когда джива, находясь в лоне матери, она страдает. Она страдает, находясь в таком положении. Она начинает молиться: «О, Господь, пожалуйста, освободи меня от этого положения». Но когда происходит рождение, джива забывает о своей молитве, о своих обещаниях служить Господу. Потому что она покрывается майей полностью. И она забывает все, что она обещала Господу в лоне матери. Таким же образом джива, она может выполнить обещание, данное Господу в лоне матери, когда она обращается и молит о том, что: «Пожалуйста, Господь, освободи меня от этого состояния майи». Висадев, он сказал: «Я устраню эту майю для тебя». Шукадев Госвами говорит: «Я тебе не верю. Лишь только Кришна может устранить майю». И тогда Висадев, он взмолился Кришне. И поэтому там стих какой-то цитирует Гурудев. Сута Госвами обращается к Шри Шукадеву Госвами, предлагая ему свои поклоны. Когда джива, которая покрывается майей, она не в состоянии сопротивляться майе, поэтому Кришна пришел, Висадева помолился, Кришна пришел и убрал майю, и тогда Шукадев вышел из лона матери и побежал сразу в лес. И он бежал. И тогда Висадев кричал: «О, сын, пожалуйста, остановись». И тогда эхо грустным голосом кричало: «Кто в этом мире сын, кто отец?» Далее в этой шлоке объясняется: кто такой Господь, который живет в сердце каждой дживы? Он присутствует повсюду. И также он находится в сердце каждой дживы. Точно так же Гурудев, он также присутствует повсюду. Мой Гурудев находится повсюду, он находится в моем сердце, он действует через всех. Поэтому, почему деревья в эхом отвечали ему: кто сын, кто отец в этом мире? Грустным эхом отвечали: почему? Потому тот, кто дорог Господу. Тот, кто в действительности дорог Господу, тогда весь мир с большой любовью будет относиться к нему. И поэтому все деревья, они поэтому таким эхом отвечали. Они также находились в большом забвении.
каким же образом душа, каким же образом джива может обрести высочайшее благо в этом материальном мире, в век Кали-юги? Единственное желание – служение Господу. С помощью этого желания джива может выбраться из плена Майи. Только служение Господу, только желание служения Господу. Ту харикатху, которую я вчера рассказывал, кто-то может рассказать, о чем Гурудев вчера говорил? Вообще, я могу примерно. Я боюсь, что у меня Гурудев мне люлей валит, если я сейчас руку подниму. Тут желающих особо нет. Рассказать катху. О, нет, у нас кто-то пришел. Мурари Прабху. Джай Харибол. Он готовит прекрасные идли и шикарные пироги. Под маской просто не видно, поэтому я буду сообщать, кто это. Мурали Прабху. Замечательный преданный. Он говорит замечательную структурированную катху. Сейчас он будет повторять то, что вчера Гурудев говорил. Мурали Прабху – ученик Мадхава Махараджи, поэтому он в первую очередь приносит свои поклоны своему духовному учителю. Он Вишну Пата, что Таршаши Чимандхатанши Мадхава Госвами Махараджи. Вчера мы слушали о трех мангла-чаранах, о трех первых шлоках Шримад Бхагаватам. Вступление к Шримад Бхагаватам. Первый стих, первый шлоки объясняется, кто такой Бхагаван, но не называется его имя. Там говорится только о качествах его. Поэтому многие преданные, например, преданные Шивы считают, что это описывается Шиваджи. Преданный Хануман, и думаю, что там описывается Хануман. От кого этот мир исходит? Тот, кто творит это материальное создание, кто его поддерживает, кто разрушает? Это Кришна. Нет, это не Кришна. На самом деле, это даже не Кришна. Все, что находится в этом материальном творении, на самом деле, Кришна не создает это. Все создается его сварупа шакти. Не сам Кришна, а его сварупа шакти, которая имеет очень много экспансий. Это она совершает сришти, творение Вселенной. Сварупа шакти Кришна совершает все творение Вселенной. И Шри Бхагаван, и все знание о Шри Бхагаване, оно не придумано, оно самопроявлено. Оно проявляется в связи с временем, местом и обстоятельством. И эти знания сами проявляются, они самопроявленные. Шастры, веды – это все самопроявленные знания. Никто их не придумал, не написал, они сами снизошли. Они снизошли из лотосных уст Господа в форме трансцендентного звука. Сам Господь проявляется в материальном мире через этот трансцендентный звук. Шри Бхагаван, он вложил всю свою духовную потенцию, всю свою трансцендентную потенцию в шастры, всю свою силу в Бхагаватам. И поэтому Бхагаватам является резервуаром, в котором присутствует все, в котором присутствует все истинное знание.
И поэтому преданные, которые служат Господу, они ничего не желают. Единственное, чего они желают, это служение, которое они могут оказать Господу. И поэтому Господь проявил эти духовные знания в сердце Брахмы. Брахма, он является отцом творения. И когда Брахма появился, он увидел только воду вокруг. Он увидел себя на цветке лотоса. И он находился много тысяч лет, находился на этом лотосе и пытался найти стебель и понять, откуда он растет, и понять, что же делать дальше. Брахма видел воду, темноту и не понимал, что происходит, зачем он проявился, кто он и вообще. И потом он услышал тапа, звук тапа. Сам Господь даровал ему свой даршан и даровал ему четуршлоку Бхагаватам. И это, он услышал эти... А прежде чем обрести даршан Господа, он совершал долгое время аскезы. И тогда Господь даровал ему свой даршан, даровал четуршлока, четыре шлоки Шримад Бхагаватам. Шукадев, Шукадев Госвами. Как сегодня объясняли Сута Госвами, он обращался к Шунака Риши, а Шукадев Госвами говорил Парикшита Махараджу. То есть Сута Госвами рассказывал Бхагаватам Шунака Риши, а Шукадев Госвами рассказывал Парикшиту Махараджу. И мы должны понимать, что эти знания проявились не когда их произнесли Шукадев Госвами или Сута Госвами. Эти знания проявились сами. Они сами снизошли. Нету того времени, когда бы их не существовало. И также, когда рассказывали Бхагаватам, даже четыре кумара пришли. Все святые собрались. И очень многие шастры, они пришли в олицетворенной форме, чтобы услышать Шримад Бхагаватам. Точно так же, как реинкарнации Господа приходят в назначенное время и затем уходят. Точно так же Шримад Бхагаватам, оно приходит в назначенное время и исчезает, когда это необходимо. И кажется, что оно приходит там через Шукадева Госвами или Весадева, но на самом деле нет. Материальный мир, оно не сходит само. Эти знания вечны. Они просто приходят через посредника. Шукадева Госвами является посредником, попугайчиком Шримати Радхарани, который надкусил этот вкусный плод. И поэтому тот, кто совершенно не способен получить эти знания, когда люди становятся неспособными получить это знание утрачивается. И Шри Кришна Бхагавадгите говорит, что те трансцендентные знания, которые я дарую эти знания из чистого источника через Гуру Парампару, и лишь только тот, кто обладает способностью, является подходящим для того, чтобы вкусить эти знания, только такой человек сможет их распространить. Но тот, кто совершенно не квалифицирован получать эти духовные знания, тот не должен их распространять. Эти знания, они... Шри Шукадева Госвами, он является тем, кто распространил Шримад Бхагаватам в этом мире, и он дает нам наставления, и он нам рассказывает то, что даровал Господь Брамаджи, а Сута Госвами даровал это Шаунаки Риши. На самом деле имелось 4 обсуждения Шримад Бхагаватам. И таким образом эти знания, они сначала были проникнуты в сердце Брамы.
Итак, когда даже величайшие святые, которые находились в собрании Парикшита Махараджа, где был Шука Госвами, многие святые не могли реализовать эти знания. Иногда человек, который находится в пустыне, он принимает, он видит воду там, где ее нету, оазис, находясь в иллюзии, в состоянии легкого безумия. Поэтому кажется, что некоторые принимают Господа, что кто принимает Брахму за Господа. И во многих духовных писаниях там провозглашается положение Шиваджи Верховное или же Ханумана. И поэтому в первой шлоке там непонятно, о ком идет конкретно речь. Там описываются качества. Кто на самом деле является Парам? Кто является Парам, Парамадеватой? Парамадевата – это Шримати Радхарани. Она является высочайшим объектом поклонения. И поэтому вначале нужно предложить пранамы Шримати Радхарани. Она является самой сварупой Шакти в Кришне. Полнейший объект поклонения Враджендрананда на Шримасундар, когда он находится в настроении служения Шримати Радхарани. Не просто вместе они стоят, а когда он находится в настроении служения. Как вот, например, на картине Севакунджи мы можем видеть, что Радхарани находится в мане, а Кришна служит ей. Вот это самое высшее настроение, которое существует. В этом настроении Кришна полностью полный. Кришна совершает свои сочайшие лилы. С кем? Со Шримати Радхарани. И то, что Шукадев Госвами. Это часть Шукадев Госвами. Он является попугайчиком Шримати Радхарани. И он присутствовал при всех играх. И то, что у него проявлялось в сердце Шримад Бхагаватам, он на самом деле там присутствовал и просто рассказывал то, что он видел. Даже на расы танца Шукадев Госвами говорит, гопи пришли. Не гопи пошли, а гопи пришли. Что это значит? Что он уже находился в том месте, где должен был происходить расы танец. То есть он уже это видел и наблюдал. Попугайчик прилетел первым и увидел. То есть он видел, как гопи бегут. Там какое-то слово на санскрите указывает на это. Все, ванчакалпату бьешь, крепостин дубей веча, патитанам, паванибьо, вайшная рюна монаха. Дорогие друзья, если сегодняшний катхе вы услышали какие-то ошибки, это исключительно недочеты переводчика. Наш гуру девушка, он говорит совершенную катху. Если были какие-то ошибки, это просто несовершенство переводчика. Хари Кришна.